Во-первых, с победой. И можете ли эпизод с голом со своей точки зрения описать? Что там все-таки произошло? Как забивали? Ну, а повтор посмотреть просто. Халк хорошо отдал пас. Я вбежал и удачно перекинул. Матч насколько получился легким? Потому что если судить по счету, то, ну, в принципе, особых усилий, кажется, «Зениту» прилагать не пришлось. Но, с другой стороны, ведь, наверное, на поле было все не так совсем. Ну, как-то и мы плохо входили в матч. То есть спокойный темп. Не знаю, может, чуть-чуть после Лиги чемпионов. То есть так, после той игры. Ну, хорошо, что забили, потом... Второй забили, и, в принципе, игра нам давалась. Играли спокойно по счету. Ну, и в конце уже Мигель довел счет до разгромного. А вообще не было ощущения, что какое-то проклятие уже над нами в матчах чемпионата дома? Не было опасений, что опять что-то может не получиться? Да не, ну такого не было. Просто, наверное, такой этап, который мы должны все вместе были... своей работой, то есть преодолеть. Это нормально, это футбол. Хорошо, что сегодня победили. Игорь, вы забивали Краснодару, Торпедо, Локомотиву, вот теперь Ростов, да? Такая коллекция собрана из бывших команд. Ну, вот, насколько для вас это важно, или это, в общем-то, просто повод для шутки? Ну, какого-то особого настроя не было, уже все равно много времени прошло. Ну, всегда приятно забивать, тем более защитнику. То есть, а кому уже ты забиваешь, это, в принципе, не столь важно. Насколько важно, опять же, да, уйти на перерыв, связанный со сборной, вот крупно победив в хорошем настроении? Ну, для нас вообще это победа, кровь из носа. То есть мы столько очков потеряли у себя дома, то есть думали только о победе. Это очень важный матч для нас был, то есть... С любой стороны, с какой не посмотришь. То есть хорошо, что мы добились хорошего результата. А в сборной нацелены тоже на максимальный результат? В общем, нужны тоже две победы. Это само собой. Вы же и так прекрасно все это знаете. Игорь, ваши вот проходы по флангу и заходы в штрафную, это уже становится таким фирменным знаком «Зенита»? Это то, что от вас требуют? Или это каждый раз импровизация? Да нет, в принципе, если... посмотреть футбол, то есть уже многие крайние защитники подключаются к атакам. Здесь вообще ничего нового нету. То есть просто хорошо, что получается в момент, хорошо использовать момент. А так, я думаю, уже все крайние защитники ходят вперед. Ну и смотрели ли вы в таблицу до игры, которая гласила о том, что «Зенит» и «Ростов» ближайшие соседи по турнирной таблице? Ну не то, что посмотрел, но знал, что... Когда они обыграли дома Кубань, что они у нас равное количество очков. То есть, ну, это никак не давило ничего. То есть, мы знали, для нас главная победа у себя дома. То есть, все. Ну и позвольте вопрос. Команда уже привыкла. Второй матч с Михаилом Киржаком в воротах для игрока обороны. То есть, смена голкипера имеет какое-то значение? Ну, я считаю, что у нас три вратаря, то есть и Слава, и Миша, и Юра, они все, то есть, достойны играть, защищать цвета «Зенита», то есть кто из них, то есть, лучше себя проявит, тот и играет. То есть ничего там такого нет, это конкуренция, то есть каждому работать, проявлять себя. А там уж тренер пусть решает, кто будет в воротах.